Питера сотрудники госавтоинспекции с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешехода рекомендуют жителям использовать вот такие вот светоотражающие элементы в одежде. Вместе весело шагать и безопаснее по пешеходному переходу, используя светоотражающие элементы. Они помогут быть заметней на дорогах. Особенно это важно для детей, самой незащищенной категории граждан. Сотрудники госавтоинспекции провели рейд, направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий в начале учебного года. Проведение таких мероприятий обязательно рассказывает капитан полиции Люба Вачугина. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов со 2 по 9 сентября текущего года на территории республики было организовано и проведено широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный пешеход «Зебра», в рамках которого были отработаны правонарушения, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий непосредственно самой уязвимой категории участников дорожного движения – пешеходов. В России ужесточили наказание для водителей, не уступающих дорогу пешеходам. Им грозит до 2500 рублей штрафа. Правда, сколько именно должен заплатить автомобилист, будет решать инспектор. Уже с этого года зарегистрировано 21 ДТП, в которых погибло 3 и получили ранения 23 человека. И это только с участием пешеходов. Нарушители не останавливают недорожные разметки, не присутствие сотрудников ГАИ. Вы понимаете, что вы сейчас создали такую ситуацию, при которой мог пострадать пешеход? Мы просим вас с началом учебного периода быть внимательным, предельно аккуратным на дорогах. Помните, что дети могут появиться в любой момент, и, пожалуйста, вы как водитель, предпримите все меры для того, чтобы не случилось дорожно-транспортное происшествие. Спасибо вам большое за понимание и безопасных вам дорог. Водитель с многолетним опытом Адлан Дадаев подчеркивает, немаловажную роль играет взаимоуважение водителей транспортных средств и пешеходов, при том, что последние зачастую сами переходят дорогу в неположенном месте. Пешеход бывает, пешеход, что объявки в школе, в неположенном месте переходить идешь. Машина, ты хочешь уж на дверь, я хочу. И сюда соблюдать, там дверь, он дает, что водитель шибает. Цена, мой водитель, за ой, за какой ларвовиз, пешеход. И пешеход, водитель ларвовиз, он дает, что машина, гейнер. А ты уж ларвовиз, и уля хочется переходить, здесь нет. И обоюдно ходишь, ну что это? Особенно внимательными должны быть любители вечерних и ночных прогулок. Эти пешеходы в еще большей зоне риска. Родителям самостоятельно передвигающихся в темное время суток детей стоит акцентировать внимание на одежде ребенка. Одной из эффективных мер быть более заметным на дорогах в ночной период времени является ношение на одежде светоотражающих элементов. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют гражданам позаботиться о своей безопасности, выбирать одежду уже со вшитыми встроенными элементами, либо дополнительно оснастить свои рюкзаки, сумки, куртки, зонты, верхнюю одежду специальными светоотражателями. Слабо освещенные пешеходные переходы, отсутствие тротуаров – причины ДТП могут быть разные факторы. Единственное, что может минимизировать статистику аварий с участием пешеходов, так это предельная внимательность участников дорожного движения. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24.